Всем привет! С вами День детей. И сейчас я предлагаю вашему вниманию 10 самых необычных животных. Начнем мы с вами с акапии. Несмотря на то, что по телосложению и окрасу акапия больше напоминает лошадей, они относятся к семейству жирафовых. Китоглав. Вот такая интересная птица. Или королевская цапля. А вот римпотевтис, род глубоководных осьминогов. Смотрите, какой милый. А это нарвал. У нарвала всего два верхних зуба. Левый развивается у самцов, бивень длиной до 3 метров. Молох. Название ящерица получила в честь языческого божества Молоха, которому по преданию приносили человеческие жертвы. Синяя рыба-попугай. Семейство включает в себя около 80 видов. Все рыбы обладают очень яркой и красивой окраской. Плюшевые коровы. Пушистую бездрогую породу КРС разводят на фермах Лотмера в американском штате Айова. А это колючая кустарниковая гадюка. Имеет необычайно изогнутое строение чешуек, которые придают ей щетинистый вид. А вот лиловая лягушка. Единственный вид пурпурных лягушек. А это рыба паку. Рыба семейства пираньих отличается зубами, удивительно похожими на человеческие. Все, до новых встреч, пока-пока, не забудьте подписаться.